Всем привет, ребятки, точнее, добрый вечер. Записываю в вечернее воскресное время прогнозик на такой матч, как Айнтрахт Унион Бернли на 24 февраля на вечер. Поехали. Кстати, ребятки, чуть не забыл, хотел вам всем посоветовать перейти на БК Мелбет, где лично сам ставлю я, храню крупные суммы на счету и не переживаю об этом. Плюс это самый удобный интерфейс, мобильное приложение, также самые высокие коэффициенты, широкая линия и по нашему промокоду MWIN при регистрации вы получите самое главное подарочек, бонус до 9100 рублей. Переходите по ссылочке, закрепленной в комментарии, там же найдете промокод для подарка. Дерзайте, ребята, всем удачи, я лично пользуюсь и вам советую. Ну что ж, дорогие друзья, всем хочу вначале также обязательно посоветовать подписаться на наш телеграм-канал. Там каждый день я провожу лайв, мы идем отлично, там большие серии побед в ряд у нас. Кто любит лайв, добро пожаловать, ссылочка в описании под этим видео. Долго не буду вас задерживать. Смотрим, значит, на что мы поставим. Думал я тут и в итоге кое-что надумал. В принципе, ставочка простая, но для начала хочу рассказать, почему на это я буду ставить. Букмекеры считают фаворитом пары Айнтрахт. И с этим не поспоришь. Единственный подводный камень, предстоящий через пару дней после матча, выезд в Зальцбург на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Хотя результат первого матча не дал повода для беспокойства, Ади Хютер вполне может перестраховаться и дать отдохнуть некоторым ведущим игрокам. Тем более глубина состава вполне позволяет ему это сделать. А вот берлинцы без сомнения выставят на этот предстоящий матч с Айнтрахтом своих лучших футболистов, свой лучший состав, бойцов, так сказать, да, добытчиков. И все-таки рискнем, принимая во внимание, что железные в гостях почти всегда забивают, делаем такую ставочку, а хозяева дома всегда забивают. То есть Айнтрахт, да? По статистике посмотрите матчи, очные встречи. И я беру здесь, ну, с небольшим сомнением, ну, это спорт, ребята, всегда здесь не может быть беспрецедентного везения, так сказать. И поэтому моя ставочка на матч Айнтрахт Унион Бернли тотал больше 2.5 за коэффициент 1.7. Если вы солидарны, согласны со мной, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и жду ваших мнений в комментариях под этим видео. Пишите, посмотрим, что у нас выйдет с вами вместе из этого всего. Оставайтесь в FrontBet, всем быть на связи.